Очень хорошо все слышно. Добрый вечер. Не видно, пока еще нечего видеть. Сегодняшний наш вебинар будет посвящен разбору клинических случаев больных опухолью поджелудочной железы. И я буду вам показывать разные клинические случаи. Больше всего опухоли панкреатической аденокарциномы. Немножко хочу рассказать о сути нашего вебинара. Наш вебинар посвящен практике, разбору клинических случаев и разбору заключений, которые следует писать. Ну, пример заключений. Конечно, понятно, что стиль у всех индивидуальный. Я предлагаю свой вариант примера написания заключений. Теоретического материала презентационного в этом вебинаре и вообще в серии вебинаров «Техника написания заключений» не будет. Весь теоретический материал можно найти в архиве вебинаров на сайте НПЦ-радиологии «КТ живота для начинающих». Там 4 вебинара, которые я вам всем советую посмотреть. Итак, начнем с практики. Первый наш клинический случай, он посвящен классическому примеру опухоли головки поджелудочной железы или панкреатической аденокарциномы. Опухоль головки поджелудочной железы все видят? Вот она, опухоль головки поджелудочной железы. Повторюсь, что она определяется как зона гиподензная при контрастировании. В данном случае вот она, гиподензная зона в артериальную фазу. И что мы еще здесь можем видеть? Дополнительные признаки опухоли поджелудочной железы – это расширение панкреатического протока и атрофия дистальных отделов поджелудочной железы, которая здесь представлена. Версунгов проток расширен и резко обрывается у края опухоли. Операбельность опухоли определяется по распространению на сосудистые структуры. Критическими артериями, по которым определяется операбельность, является чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия, печеночная артерия. И, в общем-то, и все. Селезеночная артерия, если на нее распространяется опухоль, она легко удаляется вместе с селезенкой. И так мы видим, что эта опухоль, она расположена ниже критически значимых артерий. Для этого мы вот проведем коронарную реконструкцию, и мы видим опухоль. Видим, что она достаточно далеко расположена от верхней брыжеечной артерии и также далеко расположена от печеночной артерии, от чревного ствола, от собственной печеночной артерии, вернее, от общей печеночной артерии и от собственной печеночной артерии, которая получается после отхождения гастродуоденальной артерии. Распространение на опухоли на гастродуоденальную артерию не так важно, потому что гастродуоденальная артерия удаляется вместе с блоком опухоли и 12-перстной кишкой. Эта операция называется панкреатогастродуоденальная резекция. Ну, гастро – это когда удаляется еще часть желудка, а так панкреатодуоденальная резекция, то есть ПДР. И как вы думаете, эту опухоль можно удалить? Это операбельная опухоль или нет? Отвечайте смелее на мои вопросы, потому что у нас сегодня будет много клинических примеров и очень мало времени. Так, я смотрю, да, метастазы сразу заметили. Но вас не проведешь. Да, действительно, метастазы тут есть в печени, гиповаскулярные. Ну, а если бы не было метастазов, можно удалить эту опухоль? Ну, допустим, вот нет метастазов. Нет, нет, нет. Да, да. Мнения разделились. Тогда давайте посмотрим на венозные структуры. Потому что операбельность опухоли определяется не только по артериальным, но еще и по венозным структурам. И мы видим воротную вену и верхнюю брыжеечную вену. И что мы видим? Опухоль распространяется на верхнюю брыжеечную вену, окружает ее и стенозирует. И если провести вот опять же коронарную реконструкцию, то мы видим достаточно выраженный стеноз верхней брыжеечной вены. Вот
видите, вот участок стеноза. Поэтому и также неровность контура воротной вены. Поэтому эту опухоль, даже если бы не было метастазов, удалить достаточно сложно. Конечно, есть такие хирурги, которые могут придумать какой-то протез воротной вены, это можно, но это очень серьезная калечащая операция. Такую опухоль, конечно, скорее всего, нельзя удалить, она неоперабельна. А кроме этого, тут видны, кроме метастазов в печени, тут видны множественные лимфатические узлы увеличены, которые тоже с наличием, наверное, опухолевых конгломератов. Вот парагастральные лимфоузлы, лимфоузлы гепатодуоденальной связки увеличены в значительной степени по ходу печеночной артерии. Видите, да? И также парапанкреатические лимфоузлы, мезентериальные лимфоузлы. Итак, посмотрим заключение, которое я предлагаю. А, да, еще важно забыла сказать, что головка поджелудочной железы делится на три уровня. Это перешеек, который является частью головки, собственно, головка и крючковидный отросток. Всегда надо обращать внимание на уровень расположения опухоли, потому что от этого зависит, на какие сосудистые структуры распространяется опухоль. Так, опухоль перешейка, она, скорее всего, будет прилежать к чревному стволу и печеночной артерии. Опухоль, собственно, головки, она может прилежать как к верхнебрыжеечной артерии, так и к чревному стволу. И опухоль головки и перешейка, она прилежит к воротной вене, которая анатомически граничит с этими областями, и к верхнебрыжеечной вене. Ну, а опухоль крючковидного отростка, я вам покажу позже, она чаще всего распространяется на верхнебрыжеечную артерию и ее ветви, такие как ювенальные ветви и ободочные ветви. Итак, эта опухоль, она располагается частично в перешейке и частично в головке поджелудочной железы. Поэтому вот вариант заключения. В перешейке головки поджелудочной железы определяется зона гиподенсной при контрастировании, которая распространяется на воротную вену, верхнебрыжеечную вену, циркулярно окружая ее, стенозируя. И также далее описаны лимфоузлы, Версунгов проток, который расширен, обрывается у края. И в паренхиме обеих талий печени, как вы уже заметили, определяются метастазы. Состояние после стентирования холедоха. Вот такой вот тоненький стент устанавливают эндоскопически. Он является временным стентом. То есть снять симптомы билярной гипертензии пока еще решается вопрос об операции. Потом устанавливается более толстый, более проходимый стент, который я вам тоже буду показывать. И в заключение. КТ-картина образования головки поджелудочной железы, распространяющегося на венозные сосудистые структуры. Регионарные лимфоузлы, вторичные очаги в паренхиме печени. Итак, пошли дальше. Тот пример, который я вам до этого показала, он был классическим примером. Там очень хорошо видна опухоль. А в данном примере опухоль не так хорошо видна. Но все равно вы ее все можете видеть. Она располагается в головке, ближе, наверное, уже крючковидной. Да нет, собственно, в головке не крючковидный, а отросток он интактный. Он тут не затронут совершенно. Видите, все видите опухоль? Вот она. Слабо-слабо гиподенсная зона при контрастировании, которая не намного отличается от здоровой паренхимы поджелудочной железы. Итак, давайте поймем, куда же распространяется эта опухоль. Вот тут вот она граничит с верхнебрыжеечной артерией. Тут вроде бы все хорошо. Но есть такой фрагмент, который уходит наверх, вот в этой опухоли. Но он все равно далеко располагается от печеночной артерии. Сейчас мы включим венозную фазу и включим ее реконструкцию.
Вот оно, само образование, оно располагается, собственно, в головке, не в перешейке, не в крючковидном отростке. Потому что крючковидный отросток мы хорошо видим, и перешеек мы более-менее нормально видим. Вот он. Они не изменены. А опухоль, вот она вот такая вот кругленькая, она располагается в поджелудочной железе, в головке. И какая-то часть ее уходит наверх. Давайте посмотрим. Вот она, вот эта вот часть, она уходит наверх. И тут немножко окружает воротную вену, верхнюю брыжечную, в области конфлюенса. А вот это вот что, как вы думаете? Вот это не сосудистые структуры. Если посмотреть на реконструкции, они видны как полоски. А это цепочки лимфоузлов увеличенных. И также тут еще есть увеличенные лимфоузлы в области печеночной артерии, то есть гепатодуоденальной связки, в которой проходит печеночная артерия. Достаточно такие, ну, подозрительные, наверное, это статически увеличенные лимфоузлы. И эта опухоль была признана операбельной. Ну вот, кстати, вот тут вот можно подумать о том, что есть какая-то инфильтрация, которая подходит. Но все равно эта опухоль была признана хирургами операбельной. Хирурги провели операцию, но с техническими трудностями. Вот операция, состояние после операции. Мы видим, что опухоль удалена тотально. В Версунгов проток установлен маленький стентик, который там так и остается на всю жизнь. Но иногда он смещается и проваливается в кишки. Ну, это уже при наблюдении больных через годы после операции. И тут мы видим, что больной вообще поступил на КТ с осложнением, то есть с внутрибрюшным кровотечением. Вот мы видим, что подпеченочно стоят дренажи. И давайте с вами попробуем найти причину кровотечения. Вот мы видим, что в области устья гастродуоденальной артерии сформировалась псевдоаневризма. И это как раз, наверное, и послужило источником кровотечения. Вот если посмотреть на 3D, мы хорошо видим тут вот эту псевдоаневризму. Видите все? Вот. А еще тут мы хорошо видим вариант анатомический отхождения левой долевой печеночной артерии, даже не от левой желудочной, а самостоятельно от аорты. При описании больных с опухолью головки, особенно головки поджелудочной железы, описание анатомических вариантов артерий чревного ствола и верхнебрюшечной артерии является крайне важным, потому что это помогает хирургам при операции определиться с оперативной тактикой. Как Кинкинг, не понимает, что вы имели в виду. Вот она аневризма, вот эта псевдоаневризма, которая сформировалась вот здесь, вот после того, как гастродуоденальную пересекли. Ну, я не знаю точно, что там было на операции. Может быть, были какие-то трудности, связанные с тем, что опухоль погранично все-таки операбельная, и есть инфильтративные тяжи к верхнебрыжечной артерии. А может быть, были какие-то другие сложности, но вот мы видим, что сформировалась псевдоаневризма, и если посмотреть на коронарной реконструкции, мы видим, что именно от нее отходит некая зона, которая, видимо, и является кровью, которая скопилась вокруг. И она потом же распространяется. Тут, видимо, стоял еще дренаж, но описание послеоперационных больных не входит в задачи нашего вебинара, поэтому давайте прочитаем заключение и пойдем дальше. Итак, в головке поджелудочной железы при контрастировании определяется зона, да, тесно связанная с воротной и верхнебрюшечной венами, с охватом менее 180 градусов. Да, я еще забыла сказать, что по гайдлайнам NCNN, то есть Американского совмещенного общества
онкологического общества, еще важно определять не только контакт опухоли с сосудом, но и охват сосудистого просвета. То есть если менее 180 градусов, значит опухоль признается погранично операбельной. Если более 180 градусов или циркулярно, то это уже точно не операбельная опухоль. Итак, описали лимфоузлы гепатодуоденальной связки и еще образование надпочечников. Я его сюда внесла, потому что хочу с вами поделиться своими наблюдениями. Вообще при опухоли, опухоль поджелудочной железы почему-то очень часто сочетается с образованиями надпочечников. Это только мое личное наблюдение, оно не основано ни на каких статистических фактах, поэтому можете на него не ориентироваться, но если кто-то решит провести такое исследование, может быть, это зависит как-то от эндокринной функции. Ну, вот я даю вам такой вот челлендж. А так вот практически у каждого больного с опухолью, они как сами редко встречаются, но очень часто образования почему-то встречаются именно в надпочечниках. Итак, ну, они описываются, конечно, как аденомы, это не метастазы. Заключение. Образование головки поджелудочной железы, лимфоденопатии и образование обоих надпочечников, вероятнее всего, аденомы. Следующий наш клинический пример. Это тоже опухоль головки поджелудочной железы. И тоже я вам пока буду показывать операбельные опухоли. Вот тут мы уже хорошо видим, что стенд в холедохе не стоит. И опухоль почему-то не видно чат. Никто не задает вопросы или просто чат не видно? Вы меня слышите? Вы меня видите? Вы тут? Хорошо. Понятно. Слышно, да, слышно. Все, вижу, что слышно. Значит, видно хорошо расширенный холедок, который обрывается у края гиподенсной зоны, гиподенсной при контрастировании в артериальную фазу. Давайте посмотрим, а что же в венозную фазу, вернее не в венозную даже, а в панкреатическую фазу, которая наступает сразу же за артериальной, за поздней артериальной фазой. Вообще на опухоль поджелудочной железы лучше всего делать позднюю артериальную фазу, и следом панкреатическую артериальную фазу, которая наступает на 38-й, 40-й, да, 42-й, где-нибудь там 45-й, но 45-й это уже поздновато, секунде от начала внутривенного контрастного усиления. Вот на Ташибах устанавливают аппликаторы панкреатическую фазу, ну, не знаю, наверное, из-за того, что эти аппараты, они быстрее сканируют, чем все остальные. Вот, например, на GE я не видела, чтобы устанавливали аппликаторы именно от панкреатик фейс. Но, тем не менее, вот видно, да, гиподенсно, но слабо-слабо, то есть вообще без четких контуров, такая прям опухоль маленькая-маленькая, но уже вызывает билиарную гипертензию и прилежит к БДС. Она где-то в области БДС возникает, ну, в области, наверное... Да, на уровне БДС. Крючковидный отросток, да, неизмененный. И какой же мы вам предлагаем описание? В головке поджелудочной железы при контрастировании определяется зона какими-то размерами. Прилежит к стенке 12-перстной кишки, по задней поверхности головки выходит на контур поджелудочной железы. Да, обратите внимание, что эта опухоль, она действительно где-то вот тут вот вверху выходит на контур поджелудочной железы. И вот здесь вот распространяется как бы за контур в виде вот такой вот инфильтрации. Это тоже важно отметить, потому что тут есть такой, ну, намечается контакт с верхней брыжеечной артерией. Это мы в заключении тоже отметили. Выходит на контур поджелудочной железы, фрагментарно граничит с верхней брыжеечной артерией, тем не менее сохраняется жировая прослойка толщиной 6 мм. Ну и в парапанкреатической клетчатке определяются лимфоузлы. Давайте попробуем их найти. Тут их
не так уж и много. Это мы уж так постарались с нашими ординаторами. Ну, я не могу найти, не знаю. Перестарались, хорошо. Ну вот, позади воротной вены очень часто встречается увеличенный лимфоузел. Он называется лимфоузел Клермона. Ну, тут тоже вот можно сказать. Ну, вот они, да. Ну, есть, есть. Ладно. Звук. Хорошо. Звук сейчас наладим. Итак. Заключение. Билиарная гипертензия, да, общий желчный проток расширен до 17 мм. Образование головки поджелудочной железы. То, что оно не распространяется на сосудистые структуры, я вам не рекомендую этого писать. Все-таки нас спрашивают о том, что есть. Не надо писать того, чего нет. И если окажется, что вы какой-то момент пропустили, и все-таки где-то опухоль граничит, вы всегда можете потом отыграть назад, сказать, ну вот я же писала вот образование головки поджелудочной железы. Ну вы нашли, да, вот. Потому что хирурги, они очень часто все хотят свалить на нас. В общем, надо себя как-то немножко обезопасивать. Поэтому не надо писать вот прям так сразу. И еще, что я вам хотела сказать. При описании я всегда пишу там зона, не образование, а зона гиподенсная при контрастировании. Не опухолевое образование. Сразу я не пишу, потому что когда еще нет особенно гистологии, можно ошибиться. Есть такие случаи хронического панкреатита, которые очень похожи на опухоль. И в заключении можно написать, что ну, не образование, там, допустим, КТ-картина, образование головки поджелудочной железы. Это тоже нас может как-то немножечко обезопасить нас. И чтобы потом мы могли как-то немножко переделать все. Ну, давайте пойдем к следующему примеру. И это тоже опухоль головки поджелудочной железы. Вот хорошая такая панкреатическая фаза. И мы видим в головке по медиальной поверхности гиподенсный участок. Вот он, хорошо виден. Далеко от верхней брыжеечной артерии, но какая-то инфильтрация прилежит. Граничит с верхней брыжеечной веной, с воротной веной граничит, но с сохранением жировых прослоек. Версунгов проток, вы видите, как обрывается, да? Холедах стентирован. Симптом двух протоков – это очень хороший симптом. Но тут у нас уже такой нечистый классический случай симптома двух протоков, потому что холедах уже стентирован, да при том двумя стентами. Тут, видите, два стента в холедахе стоит. Поэтому тут может быть и не два протока, а один. Но симптом двух протоков это везде, да, везде встречается в литературе, в выступлениях, в зарубежных особенно. Любит писать, что симптом двух протоков. Ну, в общем, да. Как бы я особого смысла не вижу в этих симптомах, потому что, ну, понятно, что их билиарную гипертензию опухоль головки поджелудочной железы вызывает, и также и панкреатическую гипертензию. И вот мы видим, что опухоль располагается высоко, даже где-то ближе к перешейку, ну, в головке, ладно, не к перешейку. И в коронарной реконструкции мы хорошо можем заметить, что вот такие вот есть тяжи, которые как бы вот тут вот подозрительно на то, что они подходят к верхней брыжеечной артерии. Вот если в артериальную фазу посмотреть, вот видите, какие тяжи. И вот тут вот они вот так вот подходят к верхней брыжеечной артерии, осложняя операбельность, то есть опухоль становится не абсолютно операбельной, а где-то погранично операбельной.
Тем не менее, опухоль операбельна. Признается, что в печени. В печени нет метастазов. Не было, по крайней мере. Я не видела. Вот этот участок вы имеете в виду? Это гиподензный участок, фокус жировой инфильтрации в области круглой связки. Но его лучше описать, чем не описать. Потому что вот в моей практике случались такие случаи, что именно в этом месте возникали метастазы. То есть ничего абсолютного нет. То есть мы пишем гиподензный участок, ну, по-видимому, являющийся фокусом жировой инфильтрации. А там уже назначают динамику КТ. Да, это типичное место, не МТС, но в медицине ничего абсолютного не бывает. Итак, локальный стеатоз тоже подходит. В головке поджелудочной железы при контрастировании определяется зона, которая окружена инфильтрацией, граничит с воротной верхней брыжеечной веной с сохранением жировых прослоек на отрезке достаточно большом. Инфильтративные тяжи подходят к верхней брыжеечной вене. Сейчас я вам попытаюсь показать, что с воротной веной и с верхней брыжеечной веной эта опухоль все-таки граничит, да, действительно, с сохранением жировых прослоек, что редко бывает. Видите, вот жировые прослойки сохранены. Хоть и я говорю, что анатомически так расположены верхние брыжеечные и воротные вены, что опухоль, конечно, в первую очередь она может ограничить с ними. Но этот случай вполне операбельный. Правильно ли я поняла, что опухоль поджелудочной железы в сочетании с кистами МТС надпочечники описываются как аденомы? Нет, 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 ни в коем случае, ни в коем случае. Аденомы надпочечника, они определяются по контурам и по накоплению, по характеру накопления контрастного препарата. Есть абсолютный коэффициент вымывания, относительный коэффициент вымывания, по которому мы считаем и тогда предполагаем, что это больше метастазы или это больше аденомы. Мы можем предполагать, главное нам описать, но аденомы. Я сказала о том, что просто по моим личным наблюдениям опухоли головки или опухоли там любого отдела чаще всего сочетаются с образованием в надпочечниках, но никак не в сочетании с МТС в надпочечнике описываются как аденомы. Ни в коем случае. МТС – это МТС в надпочечнике, а аденомы – это аденомы. Но они определяются, мы будем с вами еще проводить вебинар по надпочечникам, полностью посвященный образованию надпочечников. И там мы разберем, что такое коэффициент вымывания, абсолютный, относительный. А сейчас давайте пойдем дальше. Разбирать клинические случаи опухоли поджелудочной железы. Итак, следующий наш пример. Это опять опухоль головки поджелудочной железы. Но, давайте посмотрим. Здесь есть билярная гипертензия, то есть расширенный холетов. Есть панкреатическая гипертензия, то есть расширенный Версунгов проток. А где же опухоль? Как вы думаете? Она здесь очень плохо видна. Но тем не менее, мы видим инфильтрацию. Сейчас. Ага. Дальше пошло. Видно изображение? Изображение. Ага. Вижу. Хорошо. Хорошо. Но тем не менее мы видим, как инфильтрирована стенка антрального отдела желудка, как инфильтрирована стенка 12-перстной кишки. И все-таки где-то просматривается гиподензная зона. Давайте посмотрим более мелкие срезы в артериальную фазу.
Где-то, может быть, где-то какой-то гиперваскулярный участок, но это все равно это панкреатическая аденома, это гистологически подтвержденный случай, но все-таки гиперваскулярный участок есть, какая-то инфильтрация вокруг. Значит, в литературе я прочитала, что бывают такие виды опухолей, панкреатической аденокарциномы, которые также накапливают контрастное вещество, как паренхима поджелудочной железы. То есть у всех не восстановилось? Видео восстановилось? Грув, панкреатит, это немножко относится к другому. Это мы на следующем вебинаре будем разбирать. Значит, панкреатические аденомы бывают такие, что они копят контрастное вещество точно так же, как паренхима. И называются они изоденсные или изоатенуэйтинг по-английски. Но я это перевела так, как изоденсные аденокарциномы. То есть они копят так же, как паренхима поджелудочной железы, и имеют более благоприятный прогноз. Это объясняется тем, что они более высоко дифференцированы, и там больше участков, которые соответствуют панкреатической ткани по гистологической структуре, и поэтому они точно так же накапливают контрастное вещество. Но тем не менее опухоль здесь есть, и мы можем ее как бы примерно проследить. Но как же нам это описать? То, что симптом двух протоков здесь есть, да, симптом двух протоков здесь есть. Ну, давайте попробуем описать. В головке поджелудочной железы нечетко визуализируется зона неравномерного контрастирования. То есть мы тут прибегли к такой небольшой хитрости, что мы все-таки как-то ее визуализировали. Мы не написали, что мы вообще ничего не видим. Угу. Без контраста, да, конечно, без контраста мы вообще ничего не видим. Ну и пишем тут приблизительный максимальный размер какой-то мы тут померили. Потому что мы видим инфильтрацию стенки. Мы видим, что инфильтрирована немножко клетчатка вокруг верхнебрыжечной вены. Поэтому тут вот надо все это описать. Охватывающая верхнебрыжечную вену и воротную вену на уровне конфлюенса менее 180 градусов. Да, действительно, тут охват менее 180 градусов. Вот мы на венозной фазе можем посмотреть, что вот тут, ну, не более, наверное, 30 градусов такой охват. Именно, да, по сечению сосуда. Если он не в аксиальной плоскости, если он в аксиальной плоскости идет вдоль вот так, ну, где-то найдите такую плоскость, чтобы именно было сечение, сечение сосуда. Да, на глаз, конечно, мы угол не можем измерить. Конечно, конечно, мы не можем вот тут вот измерить градусы, мы с транспортиром не сидим. Мы просто смотрим, ну, 180 это вот так вот, половина. То есть больше половины или меньше половины. Конечно, это все измеряется на глаз. Итак, прослеживается инфильтрация прилежащих отделов 12-перстной кишки и привратника. И еще отмечается артериальный вариант. Это правая долевая печеночная артерия добавочная, которая отходит от верхнебрыжечной артерии и которая проходит по краю вышеописанных изменений. Давайте с вами посмотрим. Это лучше всего делать на коронарной реконструкции. Вот, вот она. Вот она, добавочная артерия, праводолевая. И основная праводолевая тоже есть у нас. Видите, в правую долю входят две артерии. И вот эта вот как раз добавочная, она граничит с опухолевыми изменениями. Это для хирургов очень важно. Поэтому мы это всегда отмечаем. Сейчас я ее найду. Вот она здесь. И она прям, видите, прям по краю идет опухоль. И входит потом в правую долю. Тоже важно это отмечать.
Тут, конечно, надо смотреть, вот на операции хирурги будут смотреть, могут они пересечь эту артерию или нет. То есть сохранится кровоснабжение печени или правая доля потеряет основную часть кровоснабжения, то есть и опухоль тогда окажется неоперабельной, потому что вот основная артерия, она тут вызывает сомнения, она очень тонкая. Но это уже смотрится, уже определяется хирургами при операции. Наша задача только лишь отметить это изменение. Итак, ну то, что билярная гипертензия есть, это понятно. И опять в левом надпочечнике определяется образование. Тут оно не такое большое, маленькое образование. Заключение. КТ-картина образования головки поджелудочной железы, билярная гипертензия, лимфаденопатия и добавочная артерия от верхней брыжеечной артерии, от ВБА, образование левого надпочечника. Итак, давайте пойдем дальше. И это опять опухоль головки поджелудочной железы, но уже крючковидного отростка. Опухоль головки поджелудочной железы вообще вызывает билиарную гипертензию. В 100%, как вы думаете? Ну, наверное, уже из этого клинического случая видно, что не в 100%. Опухоли, располагающиеся ниже крючковидном отростке, они достаточно часто не вызывают билиарной гипертензии, потому что холедах и его устье, большой дуоденальный сосок, они располагаются выше опухоли. Притом, наверное, это еще зависит от гистологической формы, потому что маленькая-маленькая опухоль может вызвать билиарную гипертензию, и я вам покажу дальше случай, когда большая опухоль не вызывала билиарной гипертензии. Ну, как правило, вызывает. Но бывают и исключения. Чаще всего эти исключения в крючковидном отростке. Итак, образование крючковидного отростка операбельное или нет? Как вы думаете? Ну вот мы видим верхнебрыжеечную артерию. К ней подходит какая-то инфильтрация. Ну это уже определяется скорее размером опухоли. Дальше пойдем вверх, посмотрим. Вот чревный ствол, вот печеночная артерия. То есть от артериальных структур опухоль располагается далеко. Вот если посмотреть на реконструкции, скорее да, чем нет, такая версия. Ну давайте ее проверим. Теперь пойдем смотреть, конечно же, на венозные структуры. Венозная фаза все решит. По артериальным мы вполне можем соперировать эту опухоль. Верхнебрыжеечная вена граничит с опухолью, но не сама, а граничит с ней еюнальная вена. Видите, вот она отходит к тонкому кишечнику, то есть это еюнальный приток верхнебрыжеечной вены, и он граничит вот с опухолью. Но опухоль тут она возникла в крючковидном отростке, и тут есть такая небольшая прослойка неизмененной паренхимы, то есть такая фрагментарная. То есть тут еще прослойка есть и жировой ткани между ними, и прослойка еще неизмененной паренхимы. Эту опухоль, конечно, можно попробовать удалить и определить ее операбельность на операции. Но если здесь будет выражена инвазия, то тут уже тогда придется, наверное, полкишечника удалять, и я думаю, что это невозможно скорее. И тут еще и ободочная вена еще есть, ободочный приток, и она тоже, ну хотя нет, она немножко выше, конечно, отходит, вот контур тут прослеживается. И что еще тут прослеживается? Видите, какие лимфоузлы? Вот эти лимфоузлы, они могут осложнить оперативное вмешательство, так как они еще и граничат с селезеночной артерией. То есть как бы тут и селезенку не пришлось еще удалять. То есть опухоль погранично операбельная. Я думаю, что она, то есть можно разрешить хирургам сделать операцию, но
И опять образование, да, право надпочечника. Ладно, в крючковидном отростке головки поджелудочной железы определяется гиподензная приконтрастированная зона, которая интимно прилежит к нисходящей, опять же, это на ваше усмотрение, писать это или не писать, потому что 12-перстная кишка удаляется с опухоли единым блоком, поэтому это можно даже и не писать, и опустить. Но в данном случае я оставила авторский, как бы авторский вариант наших уважаемых, замечательных студентов, которые мне помогают описывать. И отмечается контакт с верхней брыжеечной веной на уровне устьев ободочной и первой иллюинальной вены с частичным сохранением жировой прослойки и прослойки интактной паренхимы. Окружающая клетчатка инфильтрирована, Версунгов проток там тоже расширен, естественно, и по верхней границе тела хвоста поджелудочной железы вот это вот имеется неприятный такой участок. Вот он. Скорее всего, являющийся увеличенным лимфоузлом с возможной инвазией селезеночной артерии. Ну и также определяются лимфоузлы, которые мы можем тут посмотреть. Тут они точно есть. Вот они по ходу. Печеночной артерии, гепатодуоденальной связки. Ну, может быть, мы найдем еще несколько лимфоузлов парапанкреатических и по ходу воротной вены. Ну, пойдем дальше. Нам надо ускоряться. И вот вариант неоперабельной опухоли крючковидного отростка. Хотя жаль, потому что опухоль достаточно маленькая и нет метастазов в печени, но тем не менее, вот она. И она окружает верхнюю брыжеечную артерию циркулярно. То есть, ну тут может быть, можно сказать, что она там не на 180 градусов окружает, а на 200, ну по крайней мере больше 180 градусов. И к тому же еще инфильтрация распространяется вдоль верхней брыжеечной артерии и вплоть до аорты. Вот такое у нас заключение получилось. В крючковидном отростке поджелудочной железы. Сейчас покажу по коронаму. При контрастировании определяется зона, прилежащая к верхней брыжеечной, с охватом до 180 градусов. Опять же лимфоузлы. Плотность печени снижена при нативном исследовании. Давайте с вами посмотрим, да, коронарное изображение. Ну, я уже просто это несколько раз смотрела и обсуждала с хирургами. Вам, наверное, это будет еще раз интересно, да, глянуть. Вот, смотрите, видите? Вот тут, да, конечно, вот в аксиальном срезе верхнебрыжечная артерия, она практически горизонтально идет, да, и сложно оценить ее просвет. А здесь мы можем, вот по короналу точно видно, что даже вот на все 360 градусов, то есть циркулярно охватывает. 270, хорошо, как вам нравится. Ну и распространяется на 12-перстную кишку тоже эта опухоль. Давайте с вами пойдем дальше. Кстати, вот для операбельных опухолей распространение на 12-перстную кишку не важно, а вот для неоперабельных оно важно, потому что придется либо анастомоз накладывать в конце концов, либо ставить стент, когда уже возникнет стеноз и гастроэктазия. Но вот эта опухоль тоже вариант опухоли головки поджелудочной железы неоперабельный, потому что она распространяется, мы видим даже по венозной фазе, как она распространяется на верхнюю брыжеечную артерию и на ее ветви распространяется. Вот она. Видите, идет инфильтрация. Это, к сожалению, вот вдоль ветвей верхней брыжеечной артерии уже это, к сожалению, опухоль неоперабельная. И это уже признали хирурги, потому что они установили вот такой вот нитиноловый стенд.
Вот если посмотреть на 3D изображение, он выглядит как такая трубочка из сетки. Видите, это вот нитиноловый стенд, который тоже эндоскопически устанавливают. Вот он. Но устанавливают уже на постоянно. То есть он работает постоянно. То есть это, если вы увидите такой стенд, то знаете, что больного уже обследовали и признали опухоль неоперабельной. По крайней мере, если ваши хирурги, они сомневаются и еще решат, может быть, удалить эту опухоль, то вот по этому стенту вы уже можете точно определить, что где-то уже эту опухоль признали неоперабельной. Ну и то, что вот она вызывает стеноз воротной вены, это, наверное, уже не так важно, но все-таки не воротная, а верхнебрыжеечной вены. Но все-таки давайте посмотрим на коронарном изображении. Вот, видите, стеноз и даже окклюзию, скорее всего, потому что дистальный отрезок, он тоже не контрастируется, то есть не работает. И тут уже скоро начнут развиваться коллатерали, но пока еще не начали. Итак, в головке поджелудочной железы определяется объемное образование размерами такими-то. Распространяется на ВБА с циркулярным охватом, распространением вдоль ободочных и юинальных ветвей, прилежит к воротной вене, циркулярно охватывая ВБА, вызывая стеноз до 0,1 мм. КТ признаки образования, стеноз ВБВ. Регионарная лимфаденопатия, состояние после стентирования холедоха. Итак, пойдем дальше. И следующее. Я надеюсь, следующий случай будет не такой печальный. И вот вариант опухоли достаточно большого размера и с перифокальной инфильтрацией. Вы видите перифокальную инфильтрацию. Вы все-таки периодически в чат, пожалуйста, вставляйте какие-то комментарии, потому что я все время боюсь, что чат пропадет. Вот, вы видите, да, вот я сейчас увеличу. Опухоль гиподенсная при контрастировании. Большая, да. Интактная. Верхняя брыжеечная артерия. Вот анатомический вариант пошел. Правой долевой печеночной артерии, интактная печеночная артерия. А есть тут билиарная гипертензия, как вы думаете? Ну, холедов, по крайней мере, расширен. Но билиарной гипертензии как таковой, ну, я бы не сказала. Нет, ну, какие-то прослеживаются. Протоки, конечно, какие-то прослеживаются. И холедах все-таки, да, как-то обрывается, но, в общем-то, ну, не такая уж большая. Но тут понятно, что часть желчи, она депонируется в увеличенном желчном пузыре, но все-таки даже маленькие опухоли, они вызывают билиарную гипертензию. А в данном случае эта опухоль столько росла, и чтобы больной вот обратился только сейчас, то есть ему не поставили никакого ни стента, ничего, вот. Ну, я вообще эту опухоль соперировали, она оказалась операбельная. И давайте с вами не будем забегать вперед, сейчас посмотрим на венозные структуры, посмотрим, что с ними. Ну, оперировал, конечно, очень знаменитый хирург. Ну, видите, нет, совсем нету инвазии вены верхнебрыжечной. Да, она прилежит, да, тут инфильтрация есть, но ни стеноза, ничего нет. И инфильтрация, ну, как бы она, конечно... Нет, ну тут опухоль достаточно отграниченная. Достаточно отграниченная, да, и есть не только четкий контур, но еще и паренхима по краям. Я бегала за хирургами, сказала, дайте мне гистологию. Вот видите, юинальная вена тут тоже вот так вот граничит, потому что я не верила, что это панкреатическая аденокарцинома. Но они мне сказали, что это панкреатическая аденокарцинома, и все. Ну, в общем, отстаньте от нас. Ну, я, в общем, так поверила им на слово, потому что результат они мне так и не показали бумажный. Но потом стала разглядывать, стала смотреть, и я вам дам еще небольшой такой бонус для определения, панкреатическая аденома это или нет. Дело в том, что
Панкреатическая аденома на отсроченной фазе, как правило, накапливает контрастный препарат, то есть имеет отсроченное накопление. И видите, какое тут отсроченное накопление происходит, да? Видите? То есть вот она в венозную фазу, она совсем была гипо, а тут, смотрите, отсроченное накопление, то есть она вся накопила. Не скажу, а то вы опять скажете, что я что-нибудь рекламирую, как мне прислали в отзывах. Ладно, скажу, это был Давыдов. Вот. И небольшая есть зона некроза. Вот так вот. То есть, ну, мне пришлось поверить на слово, что это панкреатическая аденокарцинома такая. И мы с вами читаем заключение. Зона трам-пам-пам деформирует контур поджелудочной железы. Через сколько? Там 10 минут было написано. Через 10 минут отсроченная фаза была. Граничит с верхнебрыжечной веной, с сохранением прослоек. Сдавливает, кстати, нижнюю полую вену, между прочим. Ну, я уже не буду открывать. И дистальные отделы поджелудочной железы атрофированы. Также тут Версунгов проток. Ну, ладно, открою. Еще раз. Версунгов проток тут странно тоже очень выглядит. То есть он не то чтобы обрывается, вот как в предыдущих случаях, обрывается у края зоны, а он как будто теряется. То есть вот он идет, и тут он еще виден. И видите, вот тут вот где-то раз и потерялся. То есть он как-то не резко. Да, еще хочу сказать, что когда я читала вот ход операции сам, я там прочитала, что это опухоль все-таки крючковидного отростка. То есть, видимо, поэтому они все-таки смогли ее соперировать, и она не так рано вызвала билярную гипертензию. То есть она росла, и потом только вот доросла до хоть какой-нибудь симптоматики, и тогда больной обратился к врачу, но пришлось то есть, повозиться, но все-таки соперировали эту опухоль. Может быть, да, может быть, менее злокачественная форма. Опять же, повторюсь, результат я не получила на руки. Вот. И тип артериальной анатомии, третий тип по классификации Мичелс, тоже посмотрите, интересная классификация, замещающая правая-левая печеночная артерия от верхней, замещающая от верхней брыжеечной артерии. И тут еще есть такой. Вообще, вся вариантная анатомия черевного ствола и печеночного кровоснабжения, она делится на варианты наличия либо замещающей, либо дополнительной долевых печеночных артерий и делится еще на наличие трифуркации, то есть гастродуоденальная, и от нее сразу же отходит левая долевая печеночная артерия, или от нее отходит три: левая долевая и правая долевая, то есть, собственно, печеночная артерия отсутствует. Ну, тут бифуркация, не трифуркация, вот и все, в общем-то, варианты. Ну, почитайте, посмотрите мой вебинар, там тоже это все подробно описано. И вот КТ-картина образования головки поджелудочной железы, компрессия нижней полой вены, кстати, сейчас посмотрим. Билярной гипертензии и вариант мы в заключении не вынесли. Быстро показываю компрессию. Вот. Вот как раз с нижней полой вены тут стоял большой вопрос. Можно ли соперировать, но соперировали в конце концов. Итак, давайте пойдем дальше. У нас уже мы пересиживаем, но, пожалуйста, наберитесь терпения, потому что опухоли – это очень важная тема. Итак, следующий клинический случай – это кистозная опухоль головки поджелудочной железы. И давайте с вами посмотрим. Ну, кистозно-солидные образования, мы сейчас не будем на них останавливаться подробно, потому что очень много и вебинар, есть прекрасный вебинар на сайте НПЦ-радиологии. У всех нет картинки?
Какой вебинар посмотреть? Вебинар можно мой посмотреть. Можно посмотреть вебинар Карельской Натальи Александровны по кистозным опухолям поджелудочной железы. Там больше МРТ, но там тоже и КТ есть. Значит, я скажу только, что кистозные образования, они подразделяются на две большие группы. Это доброкачественные и злокачественные. К доброкачественным относятся те образования, которые я сейчас буду вам в заключении перечислять, потому что это, скорее всего, доброкачественное образование. К потенциально злокачественным относятся IPMN, это интродуктальная муцинозная неоплазия, и муцинозная, собственно, периферическая неоплазия. Значит, злокачественность определяется по содержимому, которое может быть неоднородно. В данном случае содержимое достаточно однородно. Давайте посмотрим. А, нет, ничего мы не посмотрим, тут нет натива. Ну ладно, мы можем хотя бы по артериальной померить, принять ее за натив. И посмотрим, накапливает ли образование контрастное вещество. Да, раз уж оно кистозное, раз это киста, мы тут имеем право это сделать. Ну, практически давайте не будем говорить, нет, практически не накапливает, не имеет капсулы, то есть вот это вот все, наверное, не капсула, а распластавшаяся панкреатическая паренхима, желчный пузырь, наверное, ЖП, камни, что такое-то? Камни, конечно, камни, и при том с таким вот компонентом воздушной плотности, это часто бывает, симптом еще такой есть интересный, симптом звезды Мерседеса, то есть такой вакуум-феномен, видите, такая вот в каждом камушке звезда Мерседеса, но это я вам еще буду по желчному пузырю, наверное, показывать, тут у нас все-таки вебинар посвящен другому, и мы смотрим, да, кистозное образование не накапливает контрастное вещество, не имеет капсулы, не имеет никаких периферических узелков, содержимое однородное, да, и вот описание головки кистозное образование, которое деформирует ствол воротной вены, но без инвазии. Дальше Версунгов проток расширен, билярной гипертензии как таковой тут нет, ну, есть небольшое расширение, но это не то, конечно. И вот дальше, вот важное слово, кистозное образование. Мы видим, что оно, скорее всего, доброкачественное, поэтому мы и пишем, что следует дифференцировать между ретенционной кистой, врожденной простой кистой, не неопластической муцинозной кистой, макрокистозной, опять же, серозной аденомой, то есть состоящей практически из одной, наверное, там, ну, может быть, тут еще мелкие есть кисты какие-то. Ну, ладно, муцинозные тут, конечно, это самое, серозная цистаденома тут маловероятно, но тоже в дифряд ее можно включить. И муцинозная кистозная опухоль менее вероятна. Для уточнения, кистозное образование всегда отправляйте на МРТ, потому что МРТ, оно более информативно даст вам ответ на все вопросы, и кистозные, конечно, лучше все отправлять на МРТ. Дальше показываем. Да, она должна, врожденная киста должна ли проявиться в детстве, но она может просто со временем сильно увеличиться. Вот в чем все дело. А потом дифряд – это такое дело, что в него можно писать все, что угодно. Что-нибудь да окажется правдой, поэтому тут уж не надо так прям судить. И следующая наша опухоль – это, как вы уже догадались, наверное, нейроэндокринная опухоль. Она менее склонна к инвазии. Она не поражает практически сосудистые структуры, но склонна тоже к местному распространению, да, к давлению прилежащих органов и также дает метастазы. Вот мы видим, что образование. И как мы вот определяем, что это именно нейроэндокринная опухоль? Мы видим, что в опухолевом компоненте присутствуют гиперваскулярные участки. Маленькие нейроэндокринные опухоли, они могут быть вообще все гиперваскулярные. То есть ярко-ярко накапливают контраст в артериальную фазу. А данная опухоль, она
Конечно, она больших размеров, и она накапливает контрастное вещество только определенными небольшими участками, которые сохраняются и в портальную фазу, и также в отсроченную фазу мы тоже можем видеть неоднородность. Вот. И какое же мы, давайте посмотрим образование. Головки поджелудочной железы определяется образование с бугристыми, достаточно четкими контурами, с гиперваскулярными участками. Прилежит к нижней полой вене, опять же, с сохранением тонкой фрагментарной прослойки. Предположительно, нейроэндокринная опухоль. Это действительно оказалась нейроэндокринная опухоль, при том операбельная. Пациента соперировали, несмотря на то, что опухоль достаточно большая. У всех тишина или кому-то что-то слышно? Угу. Хорошо, спасибо. И следующий наш клинический пример – это опухоль тела поджелудочной железы. Это вообще самая неприятная локализация, потому что близко расположены все сосудистые структуры, и черевный ствол, и верхнебрюшечный, и печеночная артерия. И мы видим гиподенсный участок, который прилежит к черевному стволу, к общей печеночной артерии, до гастродуоденальной артерии. И сейчас есть хирурги, которые делают операцию такую, то есть резекция черевного ствола, резекция общей печеночной артерии до гастродуоденальной. Вот тут вот резецируют, то есть убирают весь черевный ствол и пускают кровоснабжение печени по панкреатическим дугам. То есть панкреатические дуги, вы знаете, что они анастомозируют между собой верхние и нижние панкреатические артерии, и по ним кровоснабжается печень. Такие операции делают. Но можно ли здесь, в данном случае, провести такую операцию? Как вы думаете? Давайте еще раз посмотрим на аксиальное изображение. То есть гастродуоденальная артерия тут не поражена. В общем-то, можно ее оставить. Но здесь действительно она прямо на границе. То есть и тут еще, конечно, если посмотреть на венозные структуры, тут есть инвазия, хотя без стеноза. Но что еще у нас? Конечно, можно было бы пойти на такую операцию. Видите, тут инфаркт селезенки, ну тут за счет еще перифокальной инфильтрации. Но это все убирается, то есть это дистальная резекция. Ну, действительно сложно, но есть такие деятели, которые работают над этим. Вот видите, какой фрагмент идет? И он идет вдоль уже собственно печеночной артерии. Тут, конечно, скорее всего, нельзя. Но даже если бы было можно, в печени тут есть маленькие участки, есть и кисты. Кстати, в каком-то случае были кисты, ну ладно уже. Вот они, кисты, да. Но есть еще участки вот такие гиподенсные, которые подозрительны на метастазы. И более того, здесь есть метастазы в большом сальнике. Вот они. Вот они, участки метастатического поражения большого сальника. Вот они. Участки метастатического поражения брыжейки тонкой кишки. Вот они. Наверное, вот еще участок поражения брыжейки. Селезеночная вена, ну и что, эрозирована? Ну и что, можно ее, это же делается дистальная резекция, то есть ее, она удаляется, селезеночная вена. Конечно, нет, нет, именно потому что, ну не так уж она эрозирована, ну ладно, она убирается тут, не придирайтесь уж. Конечно, метастазы и это нам помешает очень сложно. То есть очень выражено. Ладно, пойдемте дальше. Этого описания у меня нет. И при наблюдении опухоли, неоперабельной опухоли, очень часто возникает такая ситуация, когда
поражена верхнебрюшечная артерия тотально, вот как в данном случае, и развивается как бы кавернозная трансформация воротной вены, то есть развиваются множественные коллатерали, которые несут кровь в воротную вену в обход верхнебрюшечной артерии. Они развиваются сами. Вот тут мы видим, это пациентка с неоперабельной опухолью тела поджелудочной железы. Она на химиотерапии, получает химиотерапию, живет. И вот у нее окклюзия верхней брюшеечной вены, вы видите, да? И видите, как приходят коллатерали в воротную вену, то есть отток, портальный приток и отток от кишечника каким-то образом происходит у этой пациентки. А мы пойдем дальше с вами и посмотрим еще один клинический. Пример – это опухоль хвоста поджелудочной железы. И она выявляется чаще всего на стадии выраженной прогрессии и местного распространения, потому что нету такого замечательного симптома, как билиарная гипертензия, которым бы она могла проявиться. Вот данная опухоль, она проявилась кишечной непроходимостью. Она проросла стенку кишки толстой, и на колоноскопии увидели стеноз и не стали разбираться, сразу стентировали, поставили стент и решили, что это рак толстой кишки. Отправили на дообследование, а оказалось, что это опухоль хвоста поджелудочной железы. Да, и она еще распространяется на селезеночную артерию и вызывает стеноз, то есть окклюзию селезеночной артерии и инфаркт. Да, и в кишке, конечно же, стоит стент. И как вы думаете, можно ли соперировать эту опухоль? Какие у вас версии? Да, да, конечно, ничего не мешает. То есть делаем гемиколектомию, делаем дистальную панкреатическую резекцию или корпокаудальную резекцию, как ее называют, спленэктомию, естественно, тоже. И эту опухоль вполне можно соперировать. И вот у нас заключение будет последнее с вами. Потом я вам просто быстренько покажу несколько случаев. Нам уже пора заканчивать. В хвосте поджелудочной железы определяется зона, распространяется за контур, ворота селезенки с инвазией селезеночной артерии, с формированием зоны инфаркта, в окружающей клетчатке определяется инфильтрация, которая распространяется на стенку селезеночного угла ободочной кишки в состоянии после стентирования. Да, и еще парагастрально тут определяется достаточно большой лимфоузел, который тоже мы должны описать. То есть надо хирургам указать, что есть вот такой вот узел, который они должны найти при операции и тоже удалить, потому что, скорее всего, там содержится метастатическая ткань. Часто встречаются, как часто встречаются в легких, да, да, встречаются при прогрессировании опухолевого процесса поджелудочной железы, метастазы в легких встречаются, да, конечно. Они имеют такой характерный вид, такой неоднородности, неоднородного уплотнения. Сколько времени уходит на описание? Ну, много уходит. У меня очень много уходит времени на то, чтобы описание проверить, внести коррективы, и каждый раз возникает что-то новое. Но так вообще описание дается в зависимости от сложности. Ну, час-два я прошу пациентов подождать. Смотрите, как измеряется. Лимфоузлы вообще лучше измерять по короткой оси принято. Вот где-то вот тут вот находим короткую ось, ну, 13 сантиметров. Я вообще суеверная, 13 никогда не пишу, я всегда пишу 12. Ну, тут или 12, или 14, тут 16. Вот, в самом широком, самом узком месте, наоборот, по минимальной оси они определяются. И образование, да, хвоста поджелудочной железы с картиной инфаркта в селезенке, распространение на селезеночный угол, состояние после стентирования. Единичный увеличенный лимфоузел в области тела поджелудочной железы. А теперь давайте немного еще посмотрим
Всякие другие. Вот еще опухоль хвоста поджелудочной железы. Как вы думаете, операбельна ли эта опухоль? Вот она, да, хвост. Притом тут уже инфаркт селезенки, видимо, уже давно, и сформировалась такая кистозная зона. А почему нет? Почему нет? Она прилежит к желудку, да, но можно сделать резекцию желудка. Убрать часть желудка можно, все можно убрать. Опухоль соперировали достаточно успешно. Тут еще ученый, видите, вот левый надпочечник в инфильтративный процесс. Его тоже убрали. Левый надпочечник придется убрать. Но пациент, к сожалению, погиб, потому что метастатическое поражение печени. Вот это кисты, это все приняли за кисты. Может быть, конечно, тут есть вот какие-то метастазы из них, но описывали как кисты, а вообще на самом деле, что-то тут делали еще на боку, но это не важно. Это не при мне было, я бы не делала что-то на боку. Нет, нет, не все образования хвоста операбельны, конечно. Я же сказала, что хвост проявляется, опухоль хвоста проявляется на стадии выраженной прогрессии. И, скорее всего, тут уже речь не пойдет о оперативном вмешательстве. Тут вот этот блок удалили вместе с желудком, но оставили вот еще, вот тут вот есть такой фрагмент. Вот он, лимфатический узел, он потом вырос. И появилось множество образований в печени. Пойдемте дальше. Это у нас опухоль хвоста поджелудочной железы, выраженной прогрессии, но опухоль, скорее всего, нейроэндокринная, потому что встречаются вот такие вот гиперваскулярные участки. И к тому же есть метастаз в левой доле печени. Ну, про эту пациентку я, к сожалению, к своему не знаю ничего, потому что мне принесли на консультацию ее исследование, и потом она пропала. Вот я хочу тут посмотреть левый надпочечник. Нет, вот он прослеживается, он не вовлечен в процесс. Желудок, возможно, ну, не знаю. И еще тут в процесс вовлечена селезеночная вена, и мы видим множественные венозные коллатерали, которые несут кровь от селезенки в воротную вену вот, по обходным путям. Химия, конечно, помогает, но не на много лет. Максимально можно потянуть года 3, и это очень хороший результат. Так, конечно, химия радикально не помогает. Гиперваскулярные участки только в артериальной лифазе? Давайте посмотрим. Может быть, и в панкреатической тоже будет. Да, в панкреатической тоже есть. Ну, панкреатик фейс, она прям за артериальной идет. А что тут, смотрите, как видите тромб и прорастание в воротную вену. И потом далее заполняется. Вот, кстати, почему могут быть еще коллатерали так развиты. Вот видите, как опухоль? Нет, она, скорее всего, эта опухоль неоперабельна, тем более здесь есть метастаз, но вот, вот это вот распространение, прям опухолевый тромб в воротной вене, это, скорее всего, это противопоказание к оперативному вмешательству. Хотя сосудистые структуры, вот давайте посмотрим. Чревный ствол. Чревный ствол чистый. И верхнебрыжечная артерия тоже чистая. Ну, то есть по артериям можно соперировать. Если кто-то найдет протез, как сделать? Лак в руки. Но я бы не стала. Тем более, что тут есть метастазы. Так. И следующий наш пример, это вот как раз IPMN, интродуктальная муцинозная неоплазия. Она относится к разряду кистозных опухолей и проявляется расширенными
панкреатическими протоками. Притом главный панкреатический проток расширен, и боковые тоже от него отходят в виде такой паутины как бы. Да, это IPMN главного панкреатического протока. Но как вы думаете, вот здесь располагается опухолевая очаг или где-то еще? По данным операции, опухолевый очаг распространялся, ой, то есть располагался в головке поджелудочной железы. Вот он где-то тут. Ни по КТ, ни по МРТ нельзя понять точно, где он, где опухоль. Где опухоль, а где расширенный панкреатический проток. Потому что вот в крючковидном отростке тоже может быть расширенный панкреатический проток. То есть это везде. А вот, вот тут вот такое выраженное... Не листается изображение, ну, сейчас попробую как-то вот помедленнее. Вот видите, вот такой вот расширенный, вот сейчас вот видно, я помедленнее просто листаю. А, вот такое выраженное распространение, ой, расширение панкреатического протока, оно еще связано с тем, что тут содержится не просто панкреатический секрет в нем, а муцин, то есть это такая вязкая желеобразная субстанция, которая его заполняет и заполняет также и боковые. Да, выражено диффузно расширенный панкреатический проток и боковые панкреатические протоки тут немножко видны, но тут уже паренхима не представлена, и опухолевый очаг определить сложно где. Вот действительно тут надо описывать так, что расширен. Я уже не стала делать описание к этому случаю, что у меня уже не было времени, к тому же я больше внимания хотела уделить все-таки аденокарциноме. И следующий пример. Сейчас немножечко загрузится. Вот такая вот киста. Как вы думаете, что это? И что с больным надо делать? Это киста или опухоль? Как вы думаете? Угу. Здесь есть предположение, что это опухоль. Ну почему же? Четкие ровные контуры, гиподенсность, в нативе. А, вот тут уже хитрые все стали. Отсроченную вам бы глянуть. Ну сейчас глянем. Сейчас глянем. Ну такое достаточно плотное содержимое. Стенка, она стенка может быть образована и паренхимой. Тут не обязательно какая-то истинная капсула. Ну вот такого пациента что делать? Описать киста и отпустить? Или все-таки назначить хотя бы МРТ? А вот на отсроченную. Смотрите. Вот она, слилась киста-то. Видите? МРТ и динамика. А киста-то слилась. А может, это аденокарцинома, случайно выявленная? Хотя бы можно заподозревать, да, что это аденокарцинома. Потому что если бы здесь содержалась жидкость, она бы на отсроченной фазе так бы с жидкостью и осталась. То есть тут точно какая-то ткань, а не жидкость. Кисты точно ничего не накапливают, просто нечем. Вот, я бы сказала, отрезать чертям, и все, это правильное решение, пока она не разрослась. И самое главное, ну, тактика, конечно, у нас такая не может быть. Мы назначаем МРТ, потому что на МРТ больше данных будет, киста это или нет. Ну, тут мы и так видим, что это не киста, консультация хирурга, биопсия, все что угодно назначайте, и КТ-контроль. В общем, все, что знаете, то и пишите. Это, скорее всего, опухоль. Ну, клетчатки нет между веной, да и бог с ней, потому что это все удаляется вот так единым блоком. И селезенку, и все. Контроль. Не только контроль. При необходимости контроль. А в первую очередь биопсия и МРТ. А там уж хирург определит тактику дальше. Дальше это не наше дело. Наше дело забить тревогу. Но, конечно, не надо писать опухоль сразу. Надо и нас тоже обезопасить. В первую очередь
Лучевой диагност должен думать о себе в первую очередь. Так, и вот совсем свежий случай, это, как говорится, прям вести с полей, еще пациенту не делали, это, наверное, у нас будет уже дифряд. Тут можно не вставлять дифряд, тут можно писать, что подозрение на панкреатическую аденокарциному. И дальше уже... Нет, это не эгоизм, это здоровое рассуждение, потому что в первую очередь мы должны себя обезопасить, но мы должны правильно написать, чтобы не попасться, чтобы нас не подловил никто. И вот мы видим расширенные внутрипеченочные желчные протоки, расширенный панкреатический проток, то есть симптом двух протоков. В головке практически ничего нет, кроме маленького-маленького какого-то кистозного участка, который тоже может быть расширен боковым, может быть расширенным боковым панкреатическим протоком. И мы видим, как сужается в холедах, резко обрывается. Вот в этой зоне вполне возможно располагается опухоль, но она изоденсная, то есть не так хорошо видна. И тут уже можно выставить дифряд, то есть это либо панкреатическая аденокарцинома, либо опухоль терминального отдела холедоха, либо опухоль большого дуоденального соска. И назначить МРТ, МРСП, конечно, и можно еще назначить эндоузи с биопсией. Эндоузи сделали, то есть большой дуоденальный сосок не подтвердилось, явно есть опухолеобразование, но не в большом дуоденальном соске. Перфузию это не ко мне, это к МРТшникам. Я веду вебинары по КТ, я вообще являюсь специалистом КТ. Перфузию, подождите, с диффузией перепутал. Нет, ничего мы такого не делаем. Это делается в научных целях, может быть, кто-то пишет диссертацию. Нет, КТ-перфузию не делаем при опухоли. Можно попробовать, конечно, но нет смысла. Зачем лишнюю лучевую нагрузку давать больному ради каких-то своих интересов? Ну, я не вижу смысла в этом. Отключенный желчный пузырь, да, правильно, тоже есть такое дело. Ну, я говорю, это свежий-свежий случай. Вот только, я говорю, исключили мы опухоль БДС, остался терминальный отдел холедоха и панкреатическая аденокарцинома изоденсная. И на этом я хочу закончить свой вебинар. Задавайте вопросы. Я еще могу 5 минут ответить на вопросы. В конце лекции уделите, пожалуйста, пару минут, оставьте отзыв о своем вебинаре, о моем вебинаре. Нам очень важно ваше мнение. Ссылка на анкету в чате. Вы можете ее там найти. Как отличить зону некроза с расширенным версунком от аденокарциномы? Ну, если аденокарцинома не имеет четких контуров, то никак. Но это все не нужно описывать. Просто пишите зоны неоднородного контрастирования. Расширен версунг. Вы имеете в виду не версунг, а фрагментарно расширенный какой-то желчный проток, наверное. Тут версунг, видно, что он резко обрывается и все. Применяете ли вы контрастирование ЖКТ? Нет, контрастирование ЖКТ я крайне не люблю, потому что когда мы делаем 3D-реконструкцию для определения анатомического варианта, то контрастирование ЖКТ нам крайне мешает. Нам приходится вырезать все эти плюхи контраста в ЖКТ. Как дифференцировать опухоль от некроза при головчатом панкреатите? Следующий наш вебинар будет посвящен панкреатитам острым и хроническим. И там я немножко вам попытаюсь рассказать, как дифференцировать и острый панкреатит, и хронический панкреатит от опухоли. Выпить воды можно, да, выпить воды, но лучше ничего не делать. Имеет ли смысл писать ИИП опухоли, или можно просто написать образование? А что такое ИИП? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сидорова Юлия Владимировна. Есть еще вопросы? Так, давайте
Пойдем вот сюда. Еще раз спасибо, большое спасибо. Как отличить кисты от метастазов печени, если они мелкие? Предыдущий вебинар, посмотрите, там я попыталась как-то вот донести до вас. Если они мелкие и особо при этом контраст метастазы, они, ну, они гиподенсные, да. Кисты имеют более четкий контур, они не копят контрастное вещество. Если у пациента есть онкоанамнез. Если вы сомневаетесь, пишите, пожалуйста, динамику, КТ-контроль. При опухоли панкреатической аденокарциноме лучше делать КТ, потому что КТ... А, извините, вопрос забыла прочитать. При опухолях поджелудочной, на ваш взгляд, лучше делать КТ или МРТ? Это очень важный вопрос, кстати. КТ, оно определяет операбельность, потому что никак, как на КТ, вот на МРТ вы так не определите распространение на сосудистые структуры, инфильтрацию прилежащей клетчатки, анатомические варианты. Поэтому, конечно, КТ – это метод выбора при аденокарциноме. Но при кистозных опухолях, конечно, КТ необходимо дополнять МРТ. И тут еще действует принцип такой – от простого к сложному. То есть мы идем сначала КТ, потом МРТ. МРТ делаем как уточняющий метод на наличие, например, в кистах каких-то дополнительных включений в содержимом или капсулы. Там это все лучше видно. Или вообще для дифференциации, киста это или нет, хотя это можно и по КТ тоже определить. В общем, КТ это метод выбора МРТ при кистозных опухолях. Анкета не открывается. Так, ну, если у вас нет вопросов, я... прощаюсь с вами, жду вас на следующем вебинаре. А, сейчас. Вероятно, тип опухоли, это отпечатка. Обязательно расскажу. Острый панкреатит по атлантской классификации. Обязательно расскажу. На следующем вебинаре. Есть ли аллергия на контрастное вещество? Конечно, МРТ метод выбора. Вебинары у меня, значит, прошло 4 вебинара КТ живота для начинающих. Это заболевание печени, заболевание поджелудочной железы, заболевание почек и заболевание острый живот. И сейчас вот я веду вебинары раз в месяц. У нас уже прошли 2 вебинара по гиперваскулярным образованиям печени, по гиповаскулярным. Вот сейчас уже прошел вебинар по опухолям. Так что смотрите архив. Все, вопросы кончились. Спасибо. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч.